местные жители? Да, конечно. Очень рада вам. Мы тоже почти местные. Часто бываем в колонии. Ну, мне кажется, неплохо получилось, да? Да, очень хорошо. Вот эта великолепная задумка с тропинкой под мостом, она меня просто восхищает, потому что нет необходимости, да, нет необходимости преодолевать всегда загруженный Астраханский тракт. Вы просто прогулочным шагом проходите под мостом, любуясь рекой. Благодаря тому, что появляются обновленные общественные пространства, горожане возвращаются в эту часть города. Еще 20 лет назад вечером в старый город никто не ездил. Наша задача колонна, действительно, наверное, Сергиева Посада колонна, два лидера по туризму. Я очень надеюсь, что каждый наш приезд будет нести перемены, и вы перемены эти будете чувствовать, да, Артем? Да.